Okay, let's go. Саламу алейкум, друзья, всем доброго и бодрого утра. У нас очередной выпуск. Вы на канале Таксуем во Владивостоке. Сегодня у нас понедельник, 29 июля, друзья. Время 5:23. Я уже готов, чтобы выйти на линии. Вот мы уже на автомойке помыли машину. Обещает сегодня дождь, но самое главное, что во внутри машины чисто. Снаружи тоже так же, мы готовы. Сегодня буду кататься, друзья, в Яндекс.Такси. Эксперт-парк у меня подключен, еще я подключил два таксопарка. У меня пока еще лицензия не готова, но пацаны в комментариях мне написали, что как можно работать без лицензии в Яндексе. Я это знал, но те, кто написали, всем вам большое спасибо, друзья. Чтобы не попасть на теневой бан, потому что если у вас нет лицензии, вы можете на одном таксопарке всего лишь сделать два заказа за час. И будет полчаса, как бы, теневой бан, и вы не можете, как бы, получать заказы. Чтобы не попасть в такие случаи, знаете, что можно сделать? Можно переключиться на другой таксопарк. Например, я сегодня начинаю на эксперт-парке. Еще у меня подготовлен два таксопарка. Вы помните, у меня там 5 или 6 таксопарков. Я катал мои районы. Что буду делать? Выхожу на эксперт-парк, вот за час мне дают два заказа. Если не будет уже третий заказ, я сразу переключаюсь в другой таксопарк и там буду дальше работать. И надеюсь, что сегодня я получаю лицензию, может быть до обеда, может быть после обеда. Но завтра, иншаллах, будет все готово. У меня подземной готов на эксперт-парк. Вчера я уже подготавливал свой телефон. Сегодня 29-го, друзья, 5:25 уже, 11 километров мы уже за сегодня проехали. Посмотрим, сколько у нас будет за сегодня пробег. Выходим на линию, друзья. Ждем первого заказа. У меня приоритет 6. Но когда... А, мне дают вот такой заказ. Платная подача. Но нету другого варианта, друзья. Потому что нету лицензии. Мне дают дальние заказы. Но я буду принимать вот 3,8 километр 8 минут. Ну, с кайфом плюс 250. Едем, чтобы подаваться. Нету другого варианта. А, отменили заказ. Вот ваш приоритет снижен, чтобы получить больше заказов, пройдите фотоконтроль разрешений. Все, теперь надо переключиться в другой таксопарк. Это был у нас эксперт-парк. Переключаюсь на другой таксопарк, друзья. Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую сертифицированный таксопарк Эксперт Парк. Я сам лично работаю в этом таксопарке и вам тоже рекомендую, чтобы работать, зарабатывать вместе с нами. Они подключают всех водителей из всех регионов, с Калининграда до города Владивостока. Всего лишь 50 рублей комиссия парка, это самый хороший вариант для всех водителей, тех, кто работает в такси. А если вы хотите работать на доставке, заказывайте термокороб. Термокороб доставляется по всей России бесплатно. 4 вида моменталок, вы можете выводить свои деньги в любое время. За приведенного друга можете зарабатывать 1000 рублей. Они начали сотрудничаться с парковых самозанятых. Они подключают самозанятых водителей. Эксперт парк 2.0. Не забирает ни копейки с недельные бонусы, цели, лужи. Ничего не забирает. Всего лишь будете платить 50 рублей и работаете, зарабатываете. Собственный колл-центр 24/7. Они отвечают на все ваши вопросы, они решают любую проблему, даже если вас заблокировали. Я всегда вам рекомендую самого хорошего, надежного, одно из самых крупнейших таксопарков во всей России, Эксперт Парк. Подключайтесь, все данные будут в описании, на экране тоже. Звоните, вам отвечает живой человек, а не какой-то там робот или бот. Все, я переключился на другой таксопарк, теперь можно выйти на линии. У меня приоритет 6, когда получаю лицензию, будет 36, друзья. Ну, вообще-то должен быть 18, ну, вы уже знаете, что там умножали на 2, как бы у всех там приоритеты, те, у кого были там 20, стали 40, вот такой заказ. Вот, смотрите, я подключился в другой таксопарк, и здесь уже сразу мне дают заказы. 3,9 километра, 8 минут. Почти одно и то же. Первый заказ тоже был такой же. Второй заказ тоже такой же. Едем, чтобы подаваться. Нету другого варианта. 8 минут подачи. 4 километра. Пробег за сегодня, может быть, будет больше, чем как обычно. Но нету другого варианта. 5:27, друзья. Первый заказ. Едем, чтобы подаваться.
6:24, друзья, у нас за сегодня это третий заказ, завершаем поездку, оплата была наличная, отдали 400 рублей. Приехали с Надыбаидзе, надо переключиться в другой таксопарк. Да, подключаем эксперт. Эксперт-парк, и здесь будем принимать заказы. Вот. Хорошо, вчера я подготавливал 3 таксопарка, и могу переключиться вот, на каждый таксопарк. Я за час могу сделать всего лишь 2 заказа. Вот так. Здесь пока еще 0 у нас. Первый заказ отменили, потому что... Ждем, друзья, ждем. Завершаем поездку. В пути были полчаса. С Сочинска приехали до Переречки. 835 рублей. Это у нас по тарифу детской, друзья. Я должен переключиться в другой таксопарк, потому что здесь уже спрашивают приоритета. И переключаюсь в другой таксопарк и выхожу на линии. Дальше будем ловить заказы. Как бы Яндекс все равно как бы лучше. В Максиме 800 чем-то рублей вряд ли может быть, но в Яндексе есть такого. Давайте подключаемся в другой таксопарк. Эксперт можно подключиться или вообще-то на другой. Как бы 3 таксопарка. Ну-ка, выходим. Что-то радар пропал у нас. Ждем заказа. Ну-ка. Выходим на линии. И все. Потихоньку передвигаемся. Ждем заказа. По тарифу комфорт с кэфом плюс 130. Краснознамени 104. Принимаем. Едем, чтобы поддаваться. Время почти уже 10, завершаем поездку, должно быть полчаса, они указывали русская 57, а им надо было 57А. 542 рубля, приехали по адресу, и, наверное, надо выйти на линию, я думал, что я успею до черной зоны, нет, уже не успел, короче. Надо переключиться в другой таксопарк, и дальше надо выйти на линию. Сколько мы зарабатывали на этом таксопарке? Примерно 2000 рублей. Пока еще должен обновиться. Переключаемся в другой и дальше будем продолжать. До 19:00 будем откатать и подведем итоги за 6:30, сколько мы зарабатывали на 3 таксопарка. Приехали, короче, на катерное, катерное 8 со второй речки через объездную за 26 минут 522 рубля. Это за сегодня не знаю какой заказ у нас, но нормально, короче, проехали там 20 чем-то километров, 21 или 22 километра. Здравствуйте, подъезжайте к центральному входу в гостиницу, а у нас уже следующий заказ. Едем, чтобы подаваться. Вот в Яндексе есть такая хорошая фишка. Будем оценивать пассажира. Конфликтный пассажир, не возить этого пассажира. Точно, да, все. Я не хочу в следующий раз возить этого пассажира. Подъезжаем к адресу, я говорю, вам остановить в ЗАКС или подъехать к вашему дому. Она говорит, ну, дом снизу. Я говорю, окей, тогда я подъезжаю к вашему дому. А мы проезжаем мимо ЗАГСа, она мне говорит, ну, нам же надо было поворачиваться налево, вы куда едете?
Я говорю, вот извините, я же от вас спросил, что вам куда надо, в ЗАГС или в ваш дом, как бы на Черемухова 4А, непонятный двор. Ну, как бы, я поставил единицу, как бы, она не может определиться, где она выходит. Раз указано там адрес 4А, то все, тогда ждите, я подъезжаю до адреса. Если вы не можете, то заранее скажите водителю, чтобы он не пропустил поворота. Бывают такие случаи. Нам надо переключиться в другой таксопарк и дальше работать. Завершаем очередной заказ, друзья. В пути были там 19 минут, 525 рублей. Время 19:35, 7 часов у нас позади, друзья. Давайте подведем итоги за 7 часов, сколько мы зарабатывали. За бортом показывает 33 градуса, да, на улице вот прям хорошая погода, можно отдохнуть, как бы купаться, но нам надо работать. Сколько мы проехали? 170, где-то 5 километров за сегодня проехали уже за 7 часов. Сколько мы зарабатывали? Давайте я вам буду показывать, друзья. Здесь должен обновиться. Примерно здесь будет 2000 рублей. Да, 2000 рублей. Давайте сейчас по одному. По эксперт-парку за сегодня у нас 1600. Давайте возьмем калькулятор. 1600 плюс. Дальше переключаемся на другой таксопарк. Здесь у нас 7 заказов. 2013 рублей плюс 2000. Сейчас еще подключаемся на следующий таксопарк. Там тоже где-то 1900, где-то почти 2000 должен быть. А, 2300 даже. 2300, друзья. С вычетом комиссии это. Что-то... Да, 2300 за 6 заказов. 3600 плюс 2300. 5900 за 7 часов. Будем разделить за 7 часов. 842 рубля выходит за час, друзья. Если у меня была бы лицензия, друзья, наверное, пробег еще был бы меньше, потому что мне дают в основной там средняя подача, дальняя подача. Вот ближняя подача вообще не было ни одного заказа. Все заказы были дальние, либо средние. Вот поэтому у меня километраж вышел больше. За 7 часов, думаю, нормальный результат. Сейчас время обеда, будем поесть. Машина вовнутри чисто, но снаружи он в плохом состоянии. Ну, может быть, сполоснем слегка, либо вообще-то будем откатать еще нам сколько? 5 часов работать, чтобы быть 12 часов на линии. Надеюсь, сегодня уже будет готова лицензия. Я уже звонил, они сказали, после обеда должен быть под вечер. Посмотрим, если сегодня нет, то завтра обязательно. Уже я подавал в понедельник, прошло 7 дней, друзья. Как бы, ну ничего, 3 таксопарка есть, катаем. Сегодня такой эксперимент, я вам показываю. Ну-ка, без лицензии можно ли зарабатывать нормальные деньги на разных таксопарках. Перерыв, не знаю, может быть будет час. Будем поесть и выходим на вторую часть. 5 minutes later. Время 1:38, друзья, выходим на вторую часть, нашу смену. Сколько у нас было здесь? 1600 за 5 заказов. Эксперт-парк, выходим. Кэфы горят, радар я вообще даже не подключаю. Буду кататься просто так. Ну, можно подключить радар, чтобы узнать, какие там цены. То есть, по коэффициентам. Просто я, если буду пропустить, если мне дают заказ без кэфа, то я должен поменять таксопарка. Поэтому нету такого варианта. Лучше я буду принимать любой каждый заказ. Кондюшку надо подключить. Жара 35 показывает, друзья, ошалеть. Время 15:46, друзья, приехали на бухту Стекляшку. Завершаем поездку, в пути были полчаса, детский тариф 679 рублей. Я сейчас припаркую машину, и я вам буду показывать красоту, друзья. За бортом показывает 32, друзья. Я припарковал машину. Давайте я сейчас вам буду показывать вот такой вид. Ну, с правой стороны там как бы лес, но с левой стороны у нас море, друзья. Сейчас кто-нибудь нас тут пропустит. Очень много людей, очень много туристов. Вот, смотрите, красота. Красота, да? Просто можно приехать и отдохнуть, купаться. Слишком много народа. Сегодня во Владивостоке хорошая погода.
все купаются, все отдыхают, а мы работаем. Мы отдыхаем только в воскресенье. Вот такой вид, друзья. Вот с утра я помыл машину, как будто не было мойки. Все, поехали. Теперь дальше надо работать. Переключаемся в другой таксопарк. И, наверное, отсюда будем ловить заказы. Будем на эксперт-парк подключиться. И выходим на линию. Наверное, отсюда будет обратно заказ. Надеюсь. Выходим на линию, ждем заказа, друзья. Я же сказал, что будет обратный заказ. Ну, надеюсь, что будет в город. Что-то он не показывал по дальней поездке, там, долгие поездки. Но надеюсь, что будет в город. Я думал, что будет заказ в сторону город, а оказывается нет. Наоборот, приехали на Лазурное, то есть имею в виду на Шамру. Окей, завершаем поездку. Наверное, здесь будем ждать заказ. И у нас же еще есть такси Максим. Оттуда, может быть, что-нибудь будем ловить. Самое главное, чтобы не пропадал интернет. Здесь интернет очень плохо ловит, вот поэтому. Ваш приоритет снижен. А вот за это мне не дают заказы. Окей. Переключаемся в другой таксопарк. Все, я переключился в другой таксопарк. Выходим на линию через Яндекс. И сейчас заходим в приложение Максим. Оттуда, может быть, какой-нибудь заказ будет. Ждем, друзья. Короче, еще где-то 2 часа 30 минут. Если откатаем, мы будем на линии 12 часов. Ну-ка. Ближайший, вот, бухта Лазурная. Смотрите, 3 заказа. Остановка бухта на Шамру, Лазурная, на Тухачевской. 8 часов. 7 часов. Ну нет, предварительные заказы не надо. До адреса длинного маршрута. Но откуда мы вот приехали только что, и оттуда еще надо забирать человека. Нет, она того не стоит, друзья. Отсюда надо как бы обратно во Владивосток. Через Яндекс приехали за 600 чем-то рублей, а обратно едем на Адмирала Фокина за 600 рублей, друзья. Ну, более-менее нормальный заказ. Можно без кресла, написано. Там детский, короче, вот 80 еще чивы. Ну и так далее. 600 рублей, обратно едем на Адмирала Фокина. И дальше там будем продолжать работать в Яндекс. В пути были 42 минуты, 605 рублей, с вычетом комиссии будет 450 рублей. Да, 30 километров проехали за 42 минуты, 600 как-то мало, но ничего, зато не пусто. Короче, вот пацаны только что написали, что те, кто вот в Шамре, по Яндекс нету там заказы, а по Максиму есть, ну там... 800, ну, 1000, это как бы будет под вечер. На данное время там 500-600 рублей такие заказы. Переключаемся в Яндекс и дальше продолжаем. В пути были почти 20 минут, приехали на маяк с World Class, батарея, завершаем поездку, 387 рублей. Да, цена чуть-чуть изменился, друзья. Цена вот 390 рублей. Но хотя должен быть там 400 рублей. Как бы я уже даже сам написал в поддержку по поводу этого, когда вот пассажиры два раза изменяют как бы конечную точку, цена поездки будет дешевле. Цена поездки рассчитается без коэффициента, короче. Нам надо как бы изменить таксопарка, чтобы получить отсюда заказ. А, нам дают заказ. Вот такой заказ нам дают все равно, друзья. Только что он предупредил, что как бы типа я там этот должен пройти фотоконтроль. Ну, нормально. По тарифу комфорт с кайфом плюс 120. Сейчас мы должны сделать еще один круг. И нажимаем на месте. И все. В пути были 6 минут, друзья. Завершаем поездку. 227 рублей. Это за сегодня у нас последний заказ, друзья. Время 18:45. Мы уже сколько часов на линии? 12 часов 15 минут мы на линии.
Давайте сейчас припаркую машину, чтобы никому не мешать. И подведем итоги за сегодня. Давайте подведем итоги, друзья. У нас уже сколько? 19 часов 15 минут позади. Мы проехали за сегодня 300 километров. Да, 299. Ну, 300 километров. Калькулятор у нас готово. Давайте мы сначала будем проверить эксперт парка. Здесь у нас сделано 12 заказов. И зарабатывали 4300. 4300. 4300 плюс... Переключаемся в другой таксопарк. На второй таксопарке у нас 9 заказов, 2500 на кассе, друзья. Плюс 2500. И еще на третий сейчас переключаемся. Здесь у нас 8 заказов, друзья, 3100 на кассе. Ну, 3200 можно рассчитать, оттуда осталось 50. 6800 плюс 3200. 10 ровно у нас вышло, еще плюс 450 рублей. Если помните, через Максим мы приехали с Лазурная на Адмирала Фокина. 10 450 будем разделить на 12 часов. За час вышло у нас 870 рублей, друзья. Сход топлива за сегодня у нас за 1200 мы потратили на бензин, друзья. Расход почти 8 литров, чуть-чуть даже больше. Мы уже все рассчитали, все посчитали. За сегодня вот такой выпуск у нас получилось, друзья. Время уже без 10:07. Пока что я еду домой, может быть, еще там можно зарабатывать где-то 200 или 300 рублей, не знаю, я по кнопке «Домой» буду принимать заказ, и когда уже буду дома, делаю монтаж, и пораньше буду поспать, чтобы завтра тоже выйти пораньше, друзья. Вот такой выпуск у нас получился, наверное, у всех заработки нормальные, я вам показывал без лицензии, сколько можно зарабатывать и как можно зарабатывать, друзья. Поэтому подключайтесь на 3-4 таксопарка. Если у вас будет какие-то форс-мажоры, вы можете переключаться в другой таксопарк. Там можете использовать мой район, по делам, домой. Эти все кнопки будут действовать на каждом таксопарке. Например, за день у вас будет там несколько домой, несколько по делам и несколько мой район по 2 часа. Поэтому... подключайтесь на Эксперт Парк, самый надежный и одна из самых крупнейших таксопарков по всей России, друзья. В таком хорошем настроении я с вами попрощаюсь, друзья. Берегите себя и своих близких, это очень важно. С вами был Мирджалол Касимов, до скорой встречи. Пока, ребята!